Половину резал своим блокированием. Половину резал своим блоком? Да, урон. Нотбэд. А то так меня херачило еще. Ты прикинь, без Т4. Ну да, пизда была бы. Так, все, быстренько. Разрол после магика. Давайте, ребятки, быстренько на магика отправляемся. Кто курит, пиздуйте, курить. У вас есть вот 5 минут. У всех остальных, кто не курит, 5 минут на то, чтобы долететь и сумануть людей. Давайте, не будем тянуть время, задерживать друг друга. Марик, знаешь, почему я умер? Потому что меня Гаркастер не хилил. Помнишь, он говорил? А, помню, да. ГП, дай, пожалуйста. ГП, да. Там ГП. Чтобы приорчить выше у меня был. Меч хочешь собрать? Хрен тебе. Да, меч, конечно, хотелось бы, но хуй. 0 ГП, блядь. Меч мой. Че, у тебя больше всех ГП? Гаркастер, ГП въебите, пожалуйста. Германсер, он... Геомансер, то есть свой маг. Ты обнаглел. Ты и так хорошо дамажишь. Кек. Кек. Слабенький, мне нужен бурст. Тебе нужен вождь? Смотри, меня воин с шаманом обогнали. И что? Даже манджур тебе сдает больше так-то. Не, ну воин с шаманом это вообще не серьезно. Это вообще позорно, мне нужен меч. Ну да. Получается, с мечом ты гораздо лучше будешь играть. Ну, Армс, который до хренища миллионов хп сносит, и Элиам. Да и ты мертвый был. Энх. Вообще. Ой, Энх. Извините. Чё случилось? Он тебя назвал Элемом. Понял? Ну, в клепе, нахуй. Я ему два раза. Это уже два раза, нахуй, за то, что оскорбляет так, блядь. Нихуя себе. Ну чё, охренеть? Вот меч полутаю тогда хоть сколько ГП. Марик, сейчас я посчитаю, сколько ему надо дать ГП. Хорошо, давай посчитаю. Нидин. А, Нидин, ты тут? Вы совсем охренели. Ну я думаю, что. Все, давайте поменьше флота, ребят. Давайте быстренько засумонимся. Геомансер с учетом смерти на третьем месте по урону. Миракл. Бля, тут так много, блядь. Лоу депрессеров, это пиздец. Ребят, блядь, вам не стыдно, нахуй? Нет. Ну да, я два раза умер. Я встал и потом на эту... И третье место, подрыв, блядь. На подрыв подпал. В прошлый раз, блядь, люди по заряжению зашли. Там, блядь, минимум всего рейда семерка была, блядь. Нет, там было человека 3 семерка и дальше ниже шли. Да нет, ты чё? Ты видишь, мы сегодня даже до 15 стаков, нахуй, дошли. 15, да? Ёбаный рот, Карл, блядь. Даже больше вроде был, нет? 15 ну, точно видно. Ну шибло мне по 30 тысяч последний удар был. А, да, это мало. Можем было, значит, тогда и до 19 держать, да? Да, дальше ваншот. Так, ребят, ну вот разрядился, сейчас я просто... Хорошо. А чё там по хилу? А чё по хилу? Кстати, линканите мне хил, пожалуйста, с босса. Гар, ты тот? Линкани мне. Шоп первый. Извини, но... Нет. Сбросил. Гаркастер, а что... Что это за помойка? А, чё, я попросил Анзайма. Мне надо было срочно отойти и помочь с моей маленькой сестре. А что? Я понял тебя. А, ничего. Анзайму спасибо, я тебе благодарен. Дал ГП. Блин, друид рестер слабо играет очень. Получается меч тому, кто больше нахилил, что ли, на груле? Вы охренели все? Пошли в жопу. Понял? Ну это секс-шопу так-то, ребята, безоговорочная победа. Не-не-не, насчитывала нахилил. Да, присты не носят мечи, расслабьтесь. Вот, видишь? Да и он очень саппорт. Зубы возьмет. А то не хер. Там нету зубов. Вообще-то у ДЦ есть зубы так-то. Сумоньте, заткнитесь нахуй, блядь, и сумоньте. Распизделись, блядь. Ладно, все. Вам, я же говорю, вам запрещено, когда вы собираетесь разговаривать друг с другом. Ладно, все, не буду. Иначе вы начинаете, блядь, страдать культурой. Все, начинаем сумонить. Мне третью группу всю засумоньте. Первую.
Быстренько. А, люди, которые умеют стоять на кубах, желательно из лоу депоса, в рейчат плюс. Ты шаман, бомбли, бом-бом. Так, этот ансей вижу. Давай этот ансей. А этот? Палзер, ты ж тут? Не хочешь на кубе поставить? А, ты не стоял раньше? Окей, спекайся в ретрика тогда. А, не, не надо, если ты хочешь, то не надо. Там одна ошибка, это вайп, поэтому... Мы как-нибудь, когда в 25-кой полностью соберемся, мы тебя научим. Можешь встать, Шуотс? Давай, Шуотс, тогда ты встанешь тоже. Смоньте свои пати, ребята. Быстренько. А рассумоньте шкетона, мне Старфол сюда суманите. Так, и Ева будет стоять обязательно у меня, потому что по жизни теперь будет стоять на кубах. Баб дает, и с него хватит. Так, где Шуотс? И Шуотс тоже. Так. Шкетон, ты умеешь стоять? А, Шкетон? Ну а чё молчишь? А Райден умеет стоять? Не хочешь? Нет, конечно. Вы в первую очередь на себя стоите, там, чтобы не задерживать самих себя в этом рейде, правильно? Мне там. ГП за слаг есть обязательно, конечно. Да и минус ролл, я думаю, тоже за слаг можно сделать. Да и кик с гильдии. Нет, ну типа давайте по факту. А, зав QL. 17 место по урону. ШП. 4800. Ну, почему бы не встать на куб? А, хорошего. Вместо того, чтобы, блядь, Энг, который, блядь, на втором месте по урону, будет стоять на кубе, он побьет босса. Не так ли? Ой, ля-ля-ля, разговорился на Энг. Да ладно, я постою, блядь, расслабьтесь. Мы уже знаем, как ты стоишь на пах. Как они не знают. Ладно, да. Не бухти. Буду стоять на кубах. Так, все. Арчи, набав на готовность. Но сейчас... я не стоял ни разу, но я мог бы научиться, конечно. Не, не надо учиться. Ребята, обучение будет происходить чуть позже. Сейчас пусть те, кто уже профессионал нахуй в этих делах, пусть они, бля, делают свое дело. А где Войд, кстати? Войд в рейде же. А, Войд Лайт, правильно же? Все правильно. Все, начали играть на амазонку на пол. Давайте на амазонку метку квадрат поставлю. Вот, напуливайте. Играйте в таргет амазонки. Это по центру, который. Кстати, можно станы давать, дайте мобам, аферы не надо. Тотем и стоит рейп. Бля, сейчас я перекину, после этого трэша перекину тебя к себе в группу. Давайте, вот, метка череп, играйте все в нее. Ребятки, отбегайте, отбегайте от падающих херни. От огня. Все, следующая метка стоит, играем. Ну и в оставшуюся моба играйте. А, Семен там вон, тюремщик подошел. Спу, забери на себя его быстренько. И еще одного. На пол. Нестерия. Секшоп, вставай, быстренько заходи. Меточка череп стоит, играют все в нее. Нидин, ты тут? А, Нидин. Ну что, нравится тебе, блядь, бронку? Ну да. Ну. А ты, блядь, бухтел там. Метка череп стоит, играйте. Я что, переодеваю? В натуре, блядь. А где спасибо ГМ, блядь, что подсказал, как одеться, блядь. Да, спасибо.
Да, вард. И сейчас еще с нами купит. Стоп, 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 не пульте, дайте. А, Семен, так ты со мной в группе, нахуй, чё я туплю? Да. А, все, следующих. Давайте вот. Нахуй, меточка череп на пол. А, сейчас знамя выйдет с РПБ, блядь, и все, ЧЛК по РПБ будет. Быстренько в череп играем. Контролируем, ну, станы, хуяны, да, топоты, не топоты. Кто умеет хилить, может масухи сдавать, да? О, блядь. Энх, рассказывай секрет. 5 стаков набрал, и цепну по рейду кинул. Это сухи. 200-е знамя и... Не, ну... Вот такого, блядь. Что оно 200-е? Зеркальце тоже 200-е, извини меня. И что, это делает этот тренер слабый? Кап РПБ с вкупы, блядь, ну, с проком на АП, типа, тренинг. Типа, это ж круто. Так. Подтягиваемся, спускаемся вниз, давайте, давайте, давайте. Ты так защищаешь зеркальце, потому что ты ходил с ним до ЦЛК? Да, и что? Да кого до ЦЛК, нахуй? Вы ЦЛК. С зеркальцем. И что, зеркальце и ма, блядь. Сова, 200-я. Да, зеркальца не контрится. Своих сов вы можете себе в банду снесуть. Идем дальше на сноу. Забираем там мобчиков. Подожди, там забрали мобов? Не надо вот этой хуйтой заниматься. Бить мобов нахуй. Увижу, блядь. Нахуй кипы здесь уже. Может депус нахуй не нужен, а пауки всегда найдутся. Что каркасится? Череп играем. Игноришь ты его, короче. Кого? Ну, гаркастер. Давай я своего рпала, давай нет. Ой, блядь, ретрик нахуй. Ты понимаешь, в десятках, да, но позориться, блядь, ходить по 25-ка мне. Не позволю. Так, короче, бейте, добивайте. Я пойду расставлю меточки. Так. Начнем с чего? Начнем с того, что я буду стоять вот здесь. Бля, сейчас тревожусь. Убили? Сейчас поставлю рыбу. Объясню, как будем действовать. Смотрите. Сейчас, короче, чтобы меньше урона получал на рейд, распределю также людей, которые позбивают косты, блядь, мобам, да? Чтоб не было вот этой каши. Кушайте рыбу, фулл ребаф по рейду дайте. Сейчас расставлю сначала меточки для людей, которые стоят на кубах. Так, звезда. Все же знают, да, как на кубах стоять, и то, что не нужно стоять на платформе, да? Что нужно подходить поближе к ней, чтобы прожимать, да? Все это мы знаем, правильно? Это я рад слышать. Да, да, да. Так, все. Звезда здесь, луна вот здесь. Так, а нет, давай звезда не здесь будет стоять, здесь будет стоять у нас хил как раз таки, который будет подхиливать нас, если что. Авогадро, ром. Звезда вот сюда. Шиоц в печеньку. Вот твоя меточка, да? И трусы, ой, шоц, говорю, этот, лок, блять, этот ансей, и шоц вот в трусы, который с той стороны сможешь поддамагать. Все. А, меточки расставил, теперь рассказываю. Милики, а это именно у нас, давайте, Нидин, Торкель, так, гематома сядет на свой, хотя, блять, да похуй, короче, я буду ставить меточку череп, и все будем играть в него. Все, ну типа, фулл ребаф дали, пора иду. Арчина баф на готовность на пол. На кубы буду анонсить, даже за 15 секунд и за 10. Так, заходим в комнату, идем со звездой. Зашли, встали. Так, Семен, сейчас никто сразу не играет, ждем пока мобы подойдут. Будем играть мы в меточку, вот череп.
Как раз он подойдет по моей команде, начнет играть, не серия на пулиш. На пулов, если что, смотрите, один всего, блядь. Ваши ауешки, которые, блядь, могут выйти вам боком, да, геомансер? Помним, да, об этом? Я буду, блядь, вообще... Моментальная смерть, нахуй, и все. А если мы не успеем добивать трэш в тайминге, то мы не сможем вас резнуть. БР тратить не хочется. Все, даю еще раз РЧ. Это Тенсейк от Шрёдингера. В чем проблема, нахуй, у вас? Все. Это Тансей. Бля, чел, стоишь на кубе. Где ты? Метка, желтый круг. Ну, все, он здесь. Все. Даю отчет. Геру с пула, когда в босса будем. У босса, у босса. Все. Играть сейчас будем все в череп. Так, ждем, пока мобы подойдут. Все, на пуле или играю в череп. Пока точечно начинайте. Масухи свои оставьте. Косты старайтесь сбивать. Больше урона. Маздис по рейду. Люди в эфире бегают. Играем, выхиливаем. Следующая метка. Демонов пока побаньте. Побаньте демонов или поприручайте, неважно. Выхиливайте, блядь. Семен массакрус, дай. Играем в череп, больше урона в череп. На, умерли, блядь. Как вы умерли? Играем пока. Да ебать. Что вы по метке играете нахуй и умираете, блядь? Чиротворцы. Успеем резнуть, играем. Минута осталась. Играем в череп. Надо убить всех чиротворцев, блядь. И тогда големы пропадут. Трусы померли. Чиротворца играем следующего. Вон он вдали. Блять, прокликать не могу. Вот он. Быстренько. У нас 40 секунд есть на это. Убить. Косты сбить. Быстренько. Так, рестор друид Волдинга, Анзайм, ДК, Шивотса, Секшоп. Ресните мне. А, и големы же не исчезнут, нахуй. Давай играть в големов. Анзайм не может еще резать. Анзайм не может, почему? Окей. И что, блядь? 20 секунд активации, быстро дайте урон, блядь. Успеете? Нет, короче, окей. А рестор друид сразу же бери мне, пожалуйста, трусы. Зачем? Если на этом кто? Что нахуй, блядь, делаешь ты, блядь, человек? Быстро добейте. Не успеете. Начните кастить каст, быстро начните кастить каст. Семён на позицию. Блядь, не успели. Вместо Шивотса. А, все, отлично, все, а, метки. Нет, не резнуло в бою, не резнуло. А, резнуло. Окей, шкетон. На те метка трусы, на метку трусы встал, ты будешь стоять. Все, остальные метки живы. Ну, блядь, ваши ауешки нахуй ебаные, которые нахуй никому не усрались, вышли вам боком. Можете винить только себя. А, Семен, поверни босса так, чтобы милики смогли стоять и отталкиваться в стенку. Помнишь, да? Ну, чтобы босс не кливал куб. Найс, повернул. Повернул. Ложитесь. Не, это хуйта, вы блядь, ЛСы ебаные. Зашли под ебало босса, сдохли. Семен, в чем проблема? Ты забыл, что ты в прошлый раз ставил босса? Я бы попробовали с этими камнями. Да поворот. Зачем? Они умеют? Люди, которые стоят на камнях, умеют. Они же сами попросили сюда. Что? Извиняюсь. Завалил. Все, покидаем тело, заходим. Такатумба, блядь. Паладины, вот вы нахуй печать свою уешную уберите нахуй. И у вас вообще, мне кажется, все хорошо будет в жизни. Печать с печатью. Так, Геру на тэш будем давать сейчас, а типа, что нет? Будем сейчас давать. Что, ну поиграй точно, у тебя из ауе будет только лужа да буря. Ты не сможешь там, ну, срывать, блядь, все подряд на себя, понимаешь? Вот я о чем говорю. Так, я, например, в конце умер, вообще не хилили почему-то. Там уже не было трэша, я стоял. Смотри, блядь, ну, что не хилили? Под хильсом себя нахуй, в чем правда вообще? Щиток на себя кидай. Ты ж кидаешь на себя щиток всегда? Или ты не кидаешь вообще щиток на себя? Нет.
Секрет открою, никто, блядь, из палов никогда на себя ничего не дает. ЛС ебаный, нахуй. Еще раз увижу, что вы без щитков бегаете, нахуй, в рейдах. Пойдете в гильдию танки, нахуй. А что за такая божественная гильдия сегодня? Будете на Ксрамас 25 осваивать, нахуй. Осваивать при чем? Рыбу поставил. Кушайте. Одобряю, а, Шиотс, обратно тебе даю метку трусы. Так. Инферналов мы не трогаем, мы их бьем в последнюю очередь. Смотрите, чаротворцы, они призывают инферналов. Убьем чаротворцев быстрее, меньше инферналов будет. А правильно? Правильно. Так, все, все пробафались. Рычейно баф на готовность на пол, заходим в комнату. А, кот Шрёдингера в чем дело? Каски. А, Палзер, каски по рейду, пожалуйста, по локам. Кушаешь? Ну давай, 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 заходи быстренько, что все уже покушали. Так, все то же самое. Хотя те пока подойдут, давайте. Вот, меточка. Семен спулишь просто. Ждем, 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 потом по команде в череп играем. Так, все, все готовы. Давай, Семен, пуль без зачета, нахуй нужен. Так. Начали пока точечно, играем точечно. Семен напуливайте на Семена, играем точечно. Касты сбиваем. Все. Все касты сбиваем. Играем в череп. Следующая метка череп будет, вот она, уже стоит. Выхиливайте. Если видите, что вы срываете, блядь, свичните таргет на некоторое время. Выхиливаем. Семен, массакрус дай. Так, меточка стоит. Играем. Больше урона. Играем, 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 косты сбиваем. Что, хилку вроде кастят, если не ошибаюсь, на себя. Может, и не на себя. А следующего чаротворца. О, блядь. Покликайте, вот он, видим, да? Играйте в него. Ну, блядь. Локи, нахуй. Похуй, давайте, что у нас до пула? Блядь, почему-то таймера нет. Тоже, да, нету таймера? Похуй, играем. Вот меточка. Блядь, где там? Там еще один чаротворец. Вот она меточка, играйте. Больше урона, блядь. Чё, с Герой должны быстрее забрать это. Залили, 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 залили. А, БРы, 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 нихуя нету БРов. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот она меточка. Больше урона, пожалуйста, блядь. Быстрее, блядь. Ну двоих не хочется терять, блядь. Несколько лишних, блядь, минут на боссе сидит. Так, быстренько начали мне резать двоих. Остальные на позиции. Резаю. Танк уже на позицию. Танк уже на позицию. Давай, Семен, на позицию. Правильно, босса только поставь. Короче, похуй мне. Главное, не стойте перед ебалом. Все, Семен, таунти нанеси на себя. Семен, блядь. А ты встал, думал, босс на тебя сам пойдет, блядь. Дайте ему поставить, блядь. Ебаные танки, как же вы меня заебали, нахуй. Мне хуй ходки кидать. В натуре, блядь. Все, под ебаном никто не стоит, короче, играйте, блядь. Кубы на позициях. А, авокадро, подхиливаешь кубы. А, секшоп тоже постарайся. Хорошо, пожалуйста. Да, да. Так, вспышка сквер у нас через 30 секунд, играйте пока. Прохиливайте людей. За агро своим смотрите. Кто может сам себя подхиливать на кубах, блядь, ну подхиливайте, как говорится, короче. Так, вспышка через 10 секунд, приготовились кубы. Держим, ну вспышку, прожмем когда кубы, держим. Прожали кубы и держим. Держим, держим, пока чуть-чуть хп у вас, ну, хотя бы меньше половины у вас не останется. Все, можно отпускать, у кого хп падает.
держим для того, чтобы, ну, по боссу больше дамага залетало. То есть он снайд будет. Так. Продолжаем играть. Короче, потом будет перефаза такая, скажем так, потолок начнет рушиться, да? В этот момент все упритесь к стенкам. Хорошо? Семен Масаков в этот момент, Саша. Услышался? Да. А я не помню уже, но я постараюсь озвучить это. Так что не переживайте, ребят. Так, вспышка через 10 секунд. Кубы приготовились. Прожали кубы и держим. Там нас бегут, читают, Ева отпускают. Я круг трусы держу. Хорошо. Слушай, Секшоп, раз там без тебя справляются, давай ты тогда за 20 секунд хотя бы выбегай, считывать нас. Щиты хорошо помогают держать кубы. Можешь предупреждать мне после этого? Да, да, хорошо. Хорошо, я буду говорить, когда это 20 секунд, хорошо? Да, да, конечно. Я в идеале так могу на печеньку повесить там частицу. Не надо. А, ну можешь, если можешь, сделай. Они, да, оба рядом. Так, кубы через 20 секунд. Кубы через 10 секунд, приготовились. Прожали, прожали кубы и держим. Держим. Пока хп все отпускаем, кого падает. А там надо по одному держать или кто-то может один держать? В смысле? Или вы типа все вместе должны именно держать? Конечно. А, по одному я не вникал в это. Все вместе точно. Вы должны сбить каст все вместе, но чем больше людей держат дальше, тем больше урон. Ну все, просто по команде отпускаем. А сразу говорю, после потолка каст вспышки не будет отображаться. У кого ДБМ, да, там все ходит. Старфолз, долбоёб, ебаный нахуй! Вместо того, чтобы стоять на месте, бегал, еблан! Сбегай, рестор, друид БР, не быстро его, сейчас кубы будут. Секшоп, помоги, иди. Если что, кубы прожмете по команде. Приготовились кубы через 10 секунд. Долбоёб, сука, как же ты меня бесишь, нахуй. Кубы прожали! Прожали кубы! Блять, ебаный куб не прожался. Все, сука! Ой, иди нахуй, Игорь, блядь! Бонч, блядь, еще раз ты нахуй отойдешь от этого ебаного куба, блядь, к свой гнев ебаный в босса касти. Стоишь нахуй на месте и все, по команде прожимаешь ебаный куб. Да, сейчас поставит. Вот стоит. Джим стоит, рыба тоже стоит сейчас. Чинить реагент. Покупать.
Точнее, набав на готовность на пол. Кот, в чем дело опять? Заходим в комнату. Паузер каски. Еще раз, Арчи. А, ДК с третьей группы. Все, все готовы. А, поехали, пуля, Семен. Точечно играем в череп пока. Истерия напуливай. Миракл, блядь. Что ты там нахуй? Прожимки свои в трэш отдал. Вот сейчас их нужно отдавать. Семен массакру. В череп играем. Косты все сбиваем. Блять, ну вы если видите, что вы срываете, блять, ну вы лучше нахуй маг, вот, ну служи, мог грубо прожать, да, и не умереть. Следующий метка череп играем. Следующая метка череп играем. Бам. Убила, найс. Блять, Starfall с Берни мне, Семена, быстро. Доигрывайте в чародворца. Да все, ложитесь нахуй. Найс хилы, блять. Вы такие нахуй нищеброды ебаные, блять. Ой, блять. Высуньте нахуй свои руки из жоп, блять. Их банят, блядь, просто банят и все. Есть локи, банят, блядь. Где ваш депус, блядь, в трэш ебаный. В ШП нахуй. По 19 место, ебать. Сова нахуй. 18 место нахуй. Умрите нахуй, блядь. Чё там этот моб? Сейчас босс спорится и убьет нас. Чем здесь моб, блядь? Да я боюсь что-то поражать меня, что ты помнишь, как мы на той неделе два раза подымали. Все, спускаемся. Не, опять так смол. Трэш нахуй, блядь, не в состоянии убить, это просто пиздец, блядь. Гнев небес будет их станет, они ж ебаные демоны. Или они элементали, блядь? Они элементали. А, ну да, блядь, хуёво чё. Демоны? А демоны? Банятся. Нет, тогда еще попробуем еще. Да толку от гнева, если он идет диминишн, типа, ну, блять, окей. Один, типа. Если вы, блядь, прохилить нахуй не можете, блядь, он. Зинг пропал нахуй и все, прохила нету, блядь. ПЛСа. Low skill. Рыбу ставлю. Кушаем рыбу. Ну я понимаю, понимаешь, ну типа вылезает в инфернал, ты поставил, ну блять, как по логике, да, я допустим прекращаю нахуй юзать кольцо, да, уешное, чтобы первее танка нахуй инфернала этого на себя, ну, не обратить его внимания на себя. Понимаешь, а тут, блядь, вы хуярите, нахуй, он похуй, он вылез, нахуй, хуярите, блядь. О, ебать, рекаунт там, блядь, топ-1, нахуй, нихуя себе я даю, наверное, блядь. Пиздец, вот так, шипить за моего Юрьем. Нахуй шипать в натуре, блядь, с моего Юрьем. Так, все, быстренько фулл ребаф дайте. Наберите огурцы, кому надо. Первый инфернал влазит, его банят. Второй влазит, его второй лог банит. Да, первый вот банит Геомансер, трое ДТЦ и третьего под Шрёдингера. А дальше уже там, в принципе, ну, уже банил. И похуй. Да их банили периодически. Ну, на прошлом травица банили, и все заебись стало. И залили все, блядь, да? Все и босса спулили. Так, Арче. Почти
И даже убили его. Ну. Все, гуляй себе. Аж кетон, оставь мне Геру. А массакру Семен. Косты кикайте, в череп играйте. Кикайте, кикайте, активнее косты кикайте, ребята. Паузера выхиливайте. Гнев небес, сдайте, попробуйте сейчас брать. Там вроде инфернал будет, да. Сдайте. Все. И постарайтесь Локи забанить, или даже не постарайтесь, а забанить опять. О, череп играем. Косты сбиваем. Аккуратно со своим АОЕ. Это болят. Все должно быть по фэншую, ребят. Все должно быть по фэншую. Метка череп стоит. У нас еще два чаротворца, которых нужно убить. Босс через минуту активируется. Два мертвых. Ну, в принципе, это не ключевые роли. А, инферналы они. Ну, банти и лемов по возможности. Палы пофиряйте их. Чаротворцы играйте, метка череп стоит быстрее. Пофиряйте инферналов, похуй на мертвых. А, ну, инферналы они просто пропадут. Просто фиры сдайте им и отойдите, не бейте их. Не надо бить их, отойдите от них. На позиции. Все, ну, все равно не успеем за 30 секунд. Просто фиряйте его и все, на позиции встаньте. А, так, ну, потом БР отдадите по команде, кому скажу. Сейчас никто не играет, инфернал пропадет. Дайте амазонке набрать агро. Все, нам этого хватит вполне. На позиции. Holding light, void light, блядь, по позиции, это ты идешь под босса сейчас бить, понимаешь? А не стоишь там, блядь, на входе. Все, приготовились. На полы. Инфернал сейчас пропадет. По крайней мере, раньше так было, нахуй. Да не, не фиряй его, он должен попасть, блядь. Играем в босса. Не кливает вам? Да, да, все, все нормально, попал инфернал. Так, вспышка не отображается у меня, поэтому приготовьтесь, кубы. Говорите там за 20 секунд, я буду бегать. Но, пока нет, это уже беги, развешивай. Приготовьтесь, кубы. Что таймер сломался. От адмирала. Прожали. А почему куб ебаный не прожался? Что мне скрин сделать, блять, и показать это всем, блять? Как чел стоит, блять, нажимает ебаный куб, а луч не идет, блять. Что за хуйня, блять? Это баг, значит. Или на расслабоне. Реально. Значит, скрины надо делать и на форум. Или не знаю. После рейда отправлю. Ставлю рыбу. Еще целый час. С первого босса еще целый час. Вы не переживайте, я смотрю. Фулрибаф сразу ждайте. Бля, тушилово ебаное.
Короче, на баф зашли. А, не стерео. Бежит, бежит. Давай, давай, заходи. Все. Все готовы? Валяйся вам. Сразу на пол дай. Масса 8. Огнев небес пал, знаете? Так и тумба. Все, забаньте. Инферналу. Череп стоит играть. Косты кикайте. Паузер выхиливайте. Остальных так выхиливайте. Гнев небес, дай паузер. Метка череп стоит, играем. Паузер вам шок. Его с начала боя прошивает, я не знаю, что он ничего не предпринял. А, все у нас вроде. А, вижу. Вот, видим, да? Играю. Давай, не знаю, таймер опять не отображается, поэтому играйте. Вот, метка череп. О, пропали какие-то. Семен, блядь, играем, короче. Все, на позиции. Лестните паузер, ага, на позиции. Хорошо, хорошо. Все, на пол. Так, все, таймер вспышки отображается, отлично. Так что буду анонсить за 20 секунд, хорошо? Да, спасибо. Давайте за 25. Так, кубы 25 секунд. Вспышка 10 секунд, приготовились. Прожали куб, держим. Отпускаем, выхиливаемся. Отпускаем, выхиливаемся. Можно обратно тоже считывать просто, все. Вспышка 25 секунд, приготовились. Вспышка 10 секунд. Прожали кубы. Отпустили.
вспышка 25 секунд, приготовились. Вспышка 10 секунд. Прожали кубы. Держим. Отпустили. Вспышка 25 секунд. Вспышка 10 секунд. Приготовились куда? Нажали кубы. Пустили куба. Так, всю вспышку не отображают. Так, Семен, массакруз давай. Сдал. Угу. Выхиливайте. Кубы будьте наготове. Блять, рано сдал. Ладно, буду позже говорить в следующий раз. Кубы наготове. По идее, должен будет толкнуть. Да, после кубы будет. Прожали кубы. Держим. Отпустили. Так, вы будьте наготове. Прожали кубы. Держим, держим. Домашние челики. Отпустили. Добивайте. Все, мы это сделали. Ура. Все. Опять же, непонятно, почему ебаный куб не прожимается. Ебать, босса колбасит нахуй. Ну, ну. О, кстати. Грудь. Бля. Паный рот. Грудь. А, окей, сейчас, секундочку, ребята, заберу все себе сначала. А потом все. Нет, сейчас я решу, что за анролим.
Так, сначала давайте full roll. Все ролим. Кому надо, кто еще не делал квест. А что за там квест это? Амазонка 97 на кольца. 245. Так, Амазонка 97 вижу. Так, Семен, пока тебе дам, ничего не прожимай, хорошо? Окей, окей. Так, все, сейчас, секундочку. А, Нидин, скажи мне, сколько у тебя токенов на тебе надето уже? Два. Два, понял. Так, а... А тут на меня токенов один хуй нет. А, кстати, да, блядь, я все думаю, что плечи на пару почему-то упали, не знаю почему. А, этот, скажи мне, Вадим, три у тебя? Три. Грудь тебе нужна? Нужна. Все, окей. А, смотрите, ребята. Анролим. Грудь? Грудь анрол. Прописал. Грудь анрол, все. Все остальное сейчас разрариваем. Сейчас выставлю себе все по порядочку. Так, начинаем, ребятки. Так, начинаем ролить, начинаем мы с сумочки. Ролить у кого нету. Вот 100 вижу. Обмен будете кидать звезде. Да, они все равно. А с гильдии после, ну, разрола никто никуда не девается. Так, Шивот, с обмен. Ну все, получается, меч не заролишь, нахуй, как говорится. Обмен, Шивот, скидай быстренько звезде. Все равно на 20 чейк. Ну, блядь. Так, у нас получается пал, рога, шаман, плечи. Мне не надо. Сразу говорю. Ну, ах, я, блядь, я вспомнил, сука, эту хуйню. Так, вижу это Тенсей. Так это пал, рога, шаман. А, у нас он... Тенсей, зачем, блядь, Рейден 91, блядь, в натуре. Так, Рейден. Так, собирай. Следующее. Так, ту-ту-ту-ту-ту. Спина. СПД ха с духом. Рестор друид вижу. Я стартую звезде обмен кинь. Сейчас передаю. Кольчуга, сила атаки, крит, хас, тенхи. Шкетон обмен. Так, шкетон, забирай. Дальше. Воротник. Чугало. Голова тканевая. Меткость хас СПД. Этот он сей 58 вижу. Брать голова, конечно, крутая, Рейден, брать, но. Не, лок кидай обмен. Рейден, ты слышишь? Ой, ой, Рейден, блин, это Тенсей кидай обмен. Ну и что? Ну бля, ну что, ну бля? Ну что? Смотри, ну я понимаю, ну блядь. Ну что, ну кольчугу заберешь, что? А, полно же у нас. Хан, ДК, маг, лок. Т4 у нас. Ну, что поделать. Ну, когда все ткани люди разролят, когда мне надо будет. Так, код Шрёдингера, 95. А, штаны забирай. Так, обмен. Соглашаюсь, забирай. Дальше. Перчаточка, ткань, хаст СПД крит, CP компа не вижу,
99, и кот Шрёдингер. 99. Подожди, куда? Подожди, рерол, блядь, рерол, нахуй. CP Company и кот Шрёдингер, быстренько. Рерол киньте. 18, 44, CP Company обмен. Так. Следующее. Ролим. Левая рука. Дух. СПД крит. Секшоп 79 вижу. Секшоп, кидай мне. Ну, у вас друид вылетел. Пусть вылетает. Нет, голову он не продаст. Ролим. Меч. СПД крит. Каст. Апогадр 92 вижу. Апогадр 92 вижу. Апогадр обмен. ГЦ. Холипал, да, что? Чем тебе не нравится меч, нахуй, на холипал, бля. Так, проверяю. Ну, мешок был анрол. Плюс один. Все остальное разролил. Все остальное разролил. Все, да? Да, все, можете ливать. Все, спасибо, удачи. Все остальные перейдите в канал выше. Таверну.